Вика играет в StarCraft. Ну, вернее, технически пока что не играет, потому что игра все еще ставится. Но да, привет, и менталь. Здравствуй. Вика играет в StarCraft. Сейчас у меня тут что-то на голове происходит интересное, непонятное, любопытное. Но да. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет, Бубалехи. На голове у меня все еще что-то странное, непонятное, интересное. У нас с вами все еще живет друг на лице. Привет, Викуля. Привет. Long time no see. Ди. Привет, привет, Бублик. Как ты? Как у вас дела? Long time no see вообще на самом деле со всеми, потому что последний раз мы смотрели презу... Куак! Привет, привет, во все игры просто. Последний раз мы смотрели презентацию Sony. Вот. И с тех пор все, тишина. Тишина. Тишина, никого, нигде, ничего нет. Никого, ни Викуля, никого. Нового прова акция 100 за 290. Навсегда, если сейчас подключить. Второй месяц на халяву обещали посмотреть. Текущая скорость. Ну, чтобы было. Вот это все правильно, чтобы было, потому что мало ли что оно будет. Не, идея вообще годная. Поподключайтесь, да посмотреть, кто лучше, потому что, ну, мало ли. Мало ли, ничего не знаешь, как оно пойдет. Привет, привет, ребята. Приветики, приветики. Поправила всякое. Да, оно такое примерно и было. Только вот здесь торчало вот так вот. Но оно уже не торчит. Ну, вы поняли. Можно пойти, конечно, еще уложить все это дело. Но... Как вы? Как вы? Как ваши... Ваше все? Как ваше все? Шладкие! Привет! Короче, идея какая? Мы пойдем сейчас... В общем, Сип у нас заказал StarCraft. За 300к. На 5 стримов. Типа, ну как, там полное прохождение... Нормальное, обычное полное прохождение до конца. Но типа 5 стримов активных. А потом так, тихонечко, тихонечко, потихонечку. Но опять же, учитывая, что, блядь, у нас тихонечко, потихонечку, в принципе, все стримы идут. Короткая, прикольная. Фу, блин, прикольная, короткая. Да, она уже чуть-чуть отросла. Мне нужно ее немножко поставить, но она такая прям, у меня были... Ну, она уже поотрастала всякая. Всякая поотрастала. Да, но я же каждый раз коротко, не люблю длинные волосы. В общем... Заказал. Я сегодня просто... Я вчера приехала с работы домой. Легла вот так вот лицом в подушку. Сегодня в 7 открыла глаза и такая, блядь. Пошла искать. Нашла. Ну, вернее, как нашла? Нашла то, что не надо. Пошла к Сип. Говорю, Сип, где скачать? Дай. Дай. Не могу найти. Поэтому... Остальные радиоактивные, да. Поэтому, короче, игру я... Ну, как бы, ознакомительная версия, все дела, ну, как обычно, как у нас по традиции. Но она у меня еще ставится, ей еще полчаса ставится. Ставится она очень долго, поэтому идея какая? Мы сейчас идем, смотрим демку игры, про которую как-то писал Демоноид, там There is no light, демочка, я не знаю, насколько она будет, посмотрим. Через полчасика мы чекнем, что происходит с установкой StarCraft'а. И глянем. Сип еще плюс ко всему идет играть в коопчик. Поэтому его особо не будет. Поэтому если вдруг игра будет занимать очень много времени, установки и прочего-прочего, то мы просто пойдем во что-нибудь другое. А StarCraft оставим на следующий раз. Я его уже поставлю нормально. Вот. Поэтому сейчас мы идем There is no light. После этого мы там играем полчасика 40 минут. Идем смотрим, что с игрой. Если игра все еще требует получаса для установки, она может это делать. Потому что все эти предсказатели, они херово предсказывают. Идем играем что-то другое. Музыка, да. Да. Опа! Вот хует, держу в курсе, что такое. Что такое, волчик? Помочь с заставанием, напиши, если надо. Ну, сейчас А как это так? Хочу обнимашки, давай обнимашки. Давай обнимашки. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. За щечки. Короче, в общем. Идея ясна. Я думаю, а чё все такое серое? Вы видели, что только что все серое было? Было серое? Или не было? Magic!
Что происходит вообще? Ноп. Nope. Бля, это меня штырит тогда. Как вам звук? А он уже не... Он уже не скрипит, сука. Потому что я хочу, думаю, может новый фотограф взять, чтобы он не скрип, не поскрипывал. Звук ок. Чтоб оно не поскрипывало, потому что иногда скрипит. Ой. Может, сука, нестандартная... Вот эта вот херня у микрофона, и в нее не все заходит. Не все паучки. Потому что я хотела пантограф с паучком, а паучок там на миллиметр меньше, чем мне надо, поэтому прикольные скрипы. Скрип... Люблю всякие скрипы, знаете, там поскрипывание. Чтоб модно скрипело. Да, можно там где-то, знаешь, подтереть-подтереть и будет скрипеть. Вот, короче, так что сейчас я вырубаю музлишко. Я вырубаю музлишко. Мы с вами потихонечку идем. А у меня все еще нет второго монитора, потому что я все еще этот не сносила в ремонт. И мне все еще кажется, что у меня немножечко почему-то... Я только что выключила звук. Почему-то скакнули фильтры, и то ли часть поотменялась, то ли что. Но ощущение, будто бы у меня изменился звук микрофона. И я не могу понять, правда это, неправда, мне кажется, мне не кажется, что происходит вообще в третьих или в каких-то миллионных, я не знаю, в каких-то. Вы можете обратить внимание, тоже скажите, есть ощущение, что изменился звук, иначе звучало. Оно прям не кажется, оно 100% звучало иначе, 1000000% звучало иначе. Люди жалуются, что винда сбрасывает настройки микрофона. Сейчас, подождите, я достану себе этот. Пунь. Более концентрированный звук. Прикольный скрип. Да не, просто микрофон. Не, просто микрофон, может быть, конечно, и был ближе, но сейчас реально какая-то хуерга именно со звуком, и я не могу понять. Усиление у меня... Мы тогда его скидывали, оно и сейчас скинуто. Я могу, конечно, его прям на ноль ебануть, и будет примерно как-то вот так. Это с ебанутым на ноль усилением. Какая-нибудь фильтрация, подавление или что-нибудь в этом роде. Мне просто надо будет пройти заново по всем настройкам, перепрослушать, что происходит, так лучше. Но вот это я усиление на 0 поставила. Раньше просто у нас с самого-самого начала усиление стояло на 15 вообще. Па-па-па! Покричала. Усиление стояло на 15, сейчас я его вот вырубила вообще. Это шумы, это пороги для отрезания штук. Верхних, нижних. Сейчас голос звучит натуральней. Ага, давайте оставим так и посмотрим, что будет. Если что, я потом просто пойду слушать. Меньше 7000 осталось на... О май! Когда еще микрофона не было, да. Стрим с ноутбука все еще в планах. Что я хотела сделать? Хопа! Не, ну сейчас все, никаких 7000. Сейчас будет. Сейчас все произойдет. Смотрите. Сейчас вы накидаете. А потом накидаюсь я и буду орать. Сейчас буквально 5 минут каждый вкинет, и все, и закончилось. И закончился сбор. Так, что я говорила? А. В общем, мы пока... Оба! Мы пока посмотрим так... Искусственная Вика, первый шаг к безалкогольному пиву. Мы пока посмотрим так, если вдруг будет... Я хочу еще, знаете, что сделать? Поснимать половину вот этих вот наклеек, потому что они меня начали раздражать. Я хочу оставить вот эти вот нижние только.
Вот этого я хочу снять. Мяу оставляю. Мяу оставляю. Я их просто переклею на монитор. Я их просто на монитор перетащу. Я оставлю только мяу. Я его переклею нормально, потому что здесь кусок тоже торчит от... ну, торчит кусок, который я не хочу, чтобы торчал. F наклеечки, да. Не-не-не, вот оно все. Придется покупать... Да, я знаю. Придется покупать переходник, если я починю монитор. Подожди, в смысле покупать переходник, если я починю монитор? Зачем? Зачем? А, на будущее? Так на будущее мы новый монитор купим. Оло. DVI DisplayPort. Ой, там этот HDMI DisplayPort. Я видела. Я видела. Так, короче, оставляем звук так. В конце вы мне скажете, что нормально и ненормально, как было. Буду менять. Если было ненормально, если было что-то как-то... И я буду слушать, буду менять, потому что я все еще могу сделать вот это вот и прекрасно слушать себя. И не слушать больше ничего, никаких системных звуков, а только исключительно себя. Я только исключительно себя сейчас и слышу. Кстати. Там много что менять. Там все. Там не просто много что менять. Там все менять надо будет. Все. Здесь какой-то звук еще такой непонятный. Фоновый. Что-то жужжит. Понятно. Оперативка останется. Да. Викуля, а где полоска сбора? Вот, а про это я хотела сказать, что у нас теперь паучок не хранит деньги, у нас паучок хранит Викулю на этом экране, потому что полоску сбора денег я убрала, потому что всю эту полоску сбора денег нам придется потратить на компьютер, ребята. Взять и потратить на компьютер, потому что прозрачный корпус треугольником — это, конечно, хорошо, но туда не лезет 30 вольт. Туда ничего не лезет. Минута молчания в честь треугольного корпуса. Не, оперативка только останется, а все остальное... При учете, сколько жрет карта, нужно менять. Сколько жрет карта, сколько карта места занимает. Сука! Сколько она там? 36 сантиметров в длину. Что случилось с моим компьютером? С моим компьютером ничего не случилось. Случился анонс новой серии карт, видеокарт. И я теперь хочу окартошился. Мой компьютер потихоньку, при учете всех этих прогрессов и прочего, начинает окартошиваться. И он плюс-минус, конечно, вещи тянет, но на будущее он вещи никакие со стримом тянуть не будет, потому что у меня третий Ryzen, у меня 1060 на 3 гига. У меня все еще 16 гигов оперативки, это хорошо, но в остальном как бы такое. А плюс у меня корпус такой, что в него весь новый сетап не войдет, и мне нужен новый корпус. Вот. А вы знаете, какая я доебливая? Я не хочу обычный корпус, я хочу красивенький корпус. Поэтому пиздец. У меня уже был шкандаль на тему того, что я нахожу либо супердорогие корпусы на розетке, либо суперуродливые. Вот. А плюс у меня немножечко накрылся второй монитор. Ну как, он не накрылся, там надо пойти херню ему починить на самом деле, но я все никак, у меня руки до этого не дойдут. Поэтому я сейчас пока с одним монитором и с ноутбуком в качестве чатика. Очень странный экспириенс на самом деле. Вот. Ты в этом году в январе обновился, покусал себе... А что у тебя теперь? На что ты обновился? Надо переждать. Нормально переждем. Ну, купим переходник. Ну, переходник. Ну, как бы... Мя. Вот, поэтому полоску сбора я вообще убрала. Вообще, потому что... Все нормально. Потому что эти деньги я сейчас сниму, ну не сейчас, я их сниму и добавлю в
и добавлю в... в копилку, потому что я посчитала, и примерно для того, чтобы полностью все обновить, мне нужно 50к. 50к это сколько? У нас сколько сейчас доллар? Сколько курс доллара, кто мне скажет? Почти 2000. Демоноид! Привет! 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 2070, ой, классно. Вроде ожидается какой-то адовый скачок качества в новом поколении. Но я вон смотрела уже сравнение 3080 и старых всех, ну типа 10 серии, 20 серии. И моя карта текущая выдает 22% того, что будет выдавать 3080. Поэтому, вот. Так что мне теперь даже интересно, знаете, посмотреть на все на топовой видеокарте, которая вот свежак-свежак, потому что я хочу обновиться в начале декабря. Конец ноября, начало декабря, вот там, типа, ноябрьская зарплата у меня будет последняя, и я потихоньку начну обновлять все. Потихоньку закупать, потому что у меня планы вообще пиздец, потому что я хочу апнуть полностью комп. Я хочу... Во-первых, внутренности, во-вторых, мне нужно корпус апнуть, мне нужен будет второй обязательно монитор, естественно. Вот этот, тот, который у меня сейчас основной, он пойдет потом на вторичный. Мне нужно новое кресло. Что-то еще я хотела. Я не помню, что еще я хотела, что-то хотела. Но пока на этом остановимся. Пока на этом точка. На этом у нас стоп происходит пока что. Стоит около 20% от... Стоимость 3080, наверное. Нет, она стоила не 30% от стоимости 3080 на первом, на самом деле. Потому что, когда я ее покупала, она стоила примерно чуть-чуть меньше половины того, что сейчас просят за 3070, 3080. Поэтому... Вы же помните, у меня была целая история с покупкой карты. Поэтому... Да, апнуть комп для стрима. Я уже сегодня думала о том, что, скорее всего, где-нибудь там, знаете, к концу декабря я наберу вот эту нужную сумму и буду сидеть думать, а нахуя? И будет у меня куча денег, с которой я не буду знать, что делать. И буду просто, знаете, по инерции продолжать накапливать, кидать в банку эти деньги. Не трави душу! Вот что творит, а? Что творит? Киберспортивно. Но это просто не очень удобно, в том плане, что, во-первых, у меня спинка сейчас не закреплена, я не знаю, вы увидите или нет, но она... Видно. Она ходит. Потому что она у меня сейчас не закреплена, и плюс... Ну, она достаточно... Я понимаю, что это все еще не табуретка, конечно, как многие порой сидят за компом на табуретке, но это все еще не самая удобная вещь, как бы. Причем, что я очень много времени провожу в кресле. Хочется проводить в удобном кресле. Оставить денег на... Не, ну мне, в принципе, мне хватает нормально. Я посчитала просто, что я откладываю сейчас, на самом деле, в эту свою банку для компа... Короче. Я не трачу дохуя денег. У меня остается очень много денег в итоге. В итоге. И как бы... Что еще с ними делать? Что их не жрать же, господи, деньги надо тратить. $20.60 супер стоит как 1.3. А сколько ты за нее заплатил? Чтоб стримить. Да, и 3080 мы возьмем. Мы 3080 возьмем, и мы пойдем играть. Я тебе говорю, не в пиксельный инди, мы пойдем в браузерке играть. Nightmaxis, блять. Первая будет браузерка, понимаешь? Просто. 34. А сколько 3080 у вас стоит на рынке? Текстовые, мы просто будем книги читать. Давайте вот так сразу. Мы просто будем читать книги и смотреть кино. Все. В ДНС успели появиться 66. А, ну значит это половина. Это 1/2. А не 1/4, 1/3. Ну я просто я брала за
10-11. Что-то такое. Визуальная новелла, да-да-да. А что не... А, не прочитала, потому что у тебя этой нет, сапки. Оно ж только сабов читает. Ай, сука. Привет, Гефест. Когда купил 2060, начал играть в RimWorld и Террарию, даже как-то видно. Вот, вот видишь. Вот план примерно как-то так. Обновиться и просто играть в то, для чего тебе это вообще не нужно, вообще никаким образом. Я так понял, цены в районе 80к, ладно, 1/2. Хреново еще-то вот немножко. Немножко все пошло не так с математикой. Я все рассчитал, но я плохо в математике. Визуальные новеллы. Во, визуальные новеллы. Именно так. Причем такие с хентаем какие-нибудь, знаете, чтобы прям это по хардкору. Слушайте, ну если заканчивать стрим, то заканчивать баном, правильно? Поэтому. Если вдруг Викуля идет в отрыв, начинает читать хентай, смотреть кучу фильмов и вот это вот все, вы знаете, к чему Викуля готовится. Как это, иметь кучу денег и не знать, что с ней делать, я так не умею. Я просто, ну то есть мне хочется там, ну, например, я хочу себе PS5 купить, но я в ближайшие 1.5 года покупать не буду, потому что ревизии и все такое, плюс пока там игры понавыходят, покупать я ее не буду в ближайшие 1.5 года. За эти 1.5 года банка у меня увеличится. Ну, куплю я себе кресло, но кресло стоит 5000. За это время успеет еще банка накопиться. Ну, куплю я себе, я хочу учиться, вернее, не хочу, я уже нашла себе учителя, преподавательницу, я хочу уйти учиться рисовать. Ну, на это, ну, как бы, тоже это не деньги, ну, как, я просто не знаю, что, куда их тратить-то? Я себе сейчас покупаю всякие хахаряхи с каждой зарплаты, которые там, знаете, ну, вот там, я себе на стикеры что-то трачу, вот эту штуку я себе купил. Но у меня куча денег еще остается, я не знаю, что с ней делать. Хотя, подождите, сейчас придет зима, отопление, я буду знать, что с ней делать. Нормально. Сойдет. Сойдет. Это в любом случае, Викуля, просто. Или так, или так. Убийца киборгов! Дело не в банах, раздавай в чат! Это, знаете, как обычно, люди донатят стримеру, а здесь стример будет донатить зрителям. Вот это, конечно, будет сразу прирост. До сих пор кончает того, что у меня Ведьмак 3 просто запускается графон не картофельный. Блин, я когда вот это вот обновила, я запустила потом Ведьмака, я вышла Геральтом на балкон и просто стояла, делала, знаешь, мышкой так шух-шух-шух-шух, чтобы волосы так шух-шух-шух-шух. Просто... Потому что это, конечно, экспириенс на кончиках пальцев. Вот поэтому мы пойдем потом в что-нибудь графонистое, просто потому что пойдем в викингов, ребята, мы в викингов пойдем, а потом пойдем в мою игру. И будем играть, радоваться и говорить, какое говно графон. У вас уже донат чату 200 рублей за фол, 500 за подписку. Прикинь, вот это будет рост. Представь себе, 200 рублей там за фоллоу, 500 за под... Вот это просто... Пфф! Безумие! Никогда такого не было. Хорошее кресло побольше 5 будет. Привет, Ламинеги. Ну, то кресло, которое я сейчас хочу, оно стоит... 5? 4,5, 5? Что-то такое. Можно, конечно, еще поискать. Кресло, конечно, лучше выбирать жопой. Само собой, пойти жопой сесть в него, по вот это вот там, всякое. Ну, посмотрим. У нас еще не включили, мне так сегодня холодно. У меня кофе, я его, конечно, у меня остыл уже, ну ладно. Для утилизации надо будет еще VR. VR в планах у меня. Он у меня есть список, у меня сейчас вот есть список апнуть комп. У меня есть список, ну это с первым стоит. Дальше у меня есть плойка, и дальше у меня есть VR. Но это чисто так, знаешь. Главное, чтобы у меня еще было время. Валюта, да, у нас же гривны. У нас же гривны, оно ж... А раньше VR был до плойки. Пойди, вот там что-то анонсировали клевое новое. Вот оно сейчас сразу и нанекается, и пойдем. Я про других викингов подумал, испугался, дальше скажешь про Райт Шадоу. Ну и дальше по тексту, не-не-не. А VR плоечный или для компа? Но если мы утилизируем 3080, то для компа. Нам же нужно для утилизации. Не, про викингов, про этих, про ассасинов, викингов, про ассасинов.
Я так в ассасинов хочу поиграть, в этих новых. Не-не-не-не-не-не-не-не, это как бы... Ну просто когда купим, непонятно. Но опять же, купим все, и Вика не будет просто приходить, не будет появляться, буду кидать только фоточки вам, знаете. И все. Плоечный сейчас такой, самый такой себе. Для бомжей, типа, у меня, у которых нет денег на норм VR. Но там же, вон, помните, мы когда пошли... Что мы делали? Я не помню. Мы в... Короче, Black Dragon, вон, недавно смотрел презентацию VR-ную. И рассказывал же потом, что там показали что-то прям прикольное такое. Вот, так что... И что, и игры там всякие новые тоже заанонсили. Так что вот так вот будем. Будем вот так вот. Вот таке. Вот таке. Или что-нибудь новое, что выйдет. Ну да, при учете, что сейчас на VR внимание обращают, оно потихоньку, наверное, будет развиваться. Так, идемте быстренько посмотрим эту игру, будем параллельно болтать. Че, куда? Куда мне тыкать-то, господи? Господи! Куда тыкать-то? Ничего не понятненько. Боже кощи. Что происходит? Идем мы в There is no light, про который говорил что-то такое, прилив любви к вам, столько что испытала, пизда просто. Ребята. Поехали. There is no light, про который упоминал демоноид как-то. Мы пойдем посмотрим, что там. Сейчас будет громко. Викуля, демоноид. Да ты уже полчаса проболтала с нами. Глянь, что с загрузкой. Ща, поздно. Поздно, уже поздно, подожди. Сейчас. Сейчас. Загрузка 5 минут еще. Но эти 5 минут могут длиться. Вину тебя тоже. Сейчас я сделаю потише. Что происходит? Игра! Куда? Не туда! Альтов 4. Изи. Изи катка. Привет, это Ратио. Привет, это Ратио. Долларов за 450 с доставкой и проводом для компа будет стоить, пожалуйста. Слушай, 450 прям плойка. Ну прям плойка. Вспоминай, я вообще-то прекрасно помнила, кто говорил. Я пошла сразу, скачала. Я прекрасно помнила, я просто отвлеклась. Правда, не приливом. Так, минуточку! Алло! В смысле? Что за намёки? Я не приливом, я просто иногда у меня прилив высказать, это плеснуть прям, знаешь, вот выплеснуть. Не та кнопка, пиздец. Мы тут недавно на работе сидели и думали о том, что хорошая идея наделать футболок с какими-то фразочками, знаете, рабочими, мемными. Может, у нас там столько... Блять, я вам сейчас покажу. Я помнила, я прекрасно помнила, что это ты показала ее в Дискорде. Я помню. Я, блядь, слежу за вами. У меня появилась идеальная футболка на работу. Идеальная, на работу. При учете, какой у нас сейчас звездец там начнется, она лучшая просто. Единственный минус в том, что она белая. Белая. А белый, знаете, как обычно. Белый обычно суперпрозрачный, поэтому... Сейчас, по идее, должно быть... Да. Это идеально. Понимаете? Идеалити. Лучшее просто. Яка таска? Такое решение у то. Потому что она просто идеальна. Какая таска, такое решение. Вот, собственно, лучшее. Вот, да, нет ТЗ, результат, вот примерно как-то так. Там еще была парочка прикольных, но
Девочка с доставкой немножечко... Ну, короче, мне не очень понравилось, как мне доставляли эту штуку. Плюс я сейчас подумаю о том, чтобы ее вернуть и перезаказать в другом цвете. Но это будет, опять же, гемор. Так что, наверное, как-то придумаю, как носить эту белую футболку. Потому что там чуть просвечивают соски, к сожалению. Что-то буду придумывать. В нашей вселенной Луна и Земля не вертится. Вы такие сладкие мои. Вот, потому что Nightmaxis написал не та кнопка, я вспомнила, что мы с ребятами говорили о том, чтобы понаделать себе всякое. Ну, просвечивают и ладно, да, но это типа не очень, ну, как бы общественно принимаемо на работу, тем более с просвечивающимися сосками, знаешь, ходить. Вот. В общем, и... мы думали о том, чтобы понаделать таких футболок с разными какими-то надписями, именно рабочими, мемными, потому что у нас там есть всякое. И я думаю, что мы будем это, наверное, делать, и я просто подсмотрю, где мы это будем делать, и я туда понаделаю себе футболок отдельно с нашими с вами фразочками. Вот. 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 Такие дела. Тратио, ты как? HTC отстали, они тыкаются в разные сферы, не знают, на что ориентироваться. Бизнес, пользователи, куча моделей выпускают. Ну вот это, конечно, минус, что они не могут определиться, взять какой-то один вектор движения. Какие таски, такие саски! Да-да-да, в Oxygen... Ой, как тебе, прикольный? Что тут? Ой, слушайте, почти поставился StarCraft, так можно? Почти StarCraft встал. Я бы радовалась, если бы у меня были сотрудницы. Ну, бля, ну как-то, не знаю. Я бы была, наверное, не очень довольна, если бы ко мне на работу один из коллег пришел, знаете, там, без футболки, например, с голым торсом. Ну, это как-то не очень приемлемо. Ага, кто любит такое... Все, я поняла. А, нет, подождите, еще не все, ребята, еще главное, чтобы в ребут не... Если был красивый торс, то было бы норм, ну, не знаю. Фростпанк понравился, больше, чем Фростпанк понравился. Ну, Фростпанк просто, он прям такой хардкорный, по жестяку. Мужской голый торс намного... Ты просто, как бы, ну, ты... Ну, не... Я бы, конечно, поспорила с тобой. Насчет того, что мужской голый торс гораздо эстетичнее. Мне кажется, они одинаково эстетичные. Я бы поспорила, конечно. Надо было мне тоже всякие футболки с фразами для работы. Уже собираюсь сваливать в октябре с нее. Ничего, на новой может быть, могут быть новые. На новой могут быть новые, 100%. В зависимости от обладания. Ну, тоже, да. Вот и дошли до... Что я могу сказать? Что я могу сказать? Ничего. В свою защиту я могу сказать ничего. Понимаете? Ничего. Так, короче. Давайте, в общем, план мы все еще сохраним. Мы все еще пойдем сейчас посмотрим There is no light. Потому что Сибушка, я так понимаю, они вот через часик будут идти. Там один глаз, одним глазочком будешь смотреть. Норм. Я думаю, не страшно. Как бы, если что. В общем, давайте сейчас пойдем посмотрим There is no light. Продолжим обсуждать мужские голые торсы. Очень важно. Я сейчас включу игру заново. Кто у тебя там в очереди? Жопа с ручкой у тебя в очереди! Зараза! Такая! Где буква Т? Где буква Т? Я так пипецки привыкла за отпуск постоянно быть в сети, постоянно разговаривать с людьми, постоянно мочь возможность стримить в любой момент, что це якась жопа, ребята, я никак перепривыкнуть не могу. Я понедельник, вторник, четверг, пятницу иду вот это вот... Звук. Чё по звуку, нормально всё, а то я не вижу. К мужскому голому торсу ниже требования. К мужскому голому торсу обычно ниже требования, да. Потому что, как бы, есть такое. Надо демонстрировать целиком, у женского можно просто намекнуть. Слушай, ну мужской тоже можно с намеками, так знаешь? То есть его не обязательно прям... У тебя всегда... Оно как работает? У тебя работает именно... Вот эти намеки у тебя начинают провоцировать фантазию, и фантазия тебе докидывает уже все. И вот на фантазии уже все строится. Оно так и с женским работает, и с мужским. С мужским. Возможно, в меню громковато немного. Можно музыку сделать потише.
Вот так вот, чуть-чуть. Без видео пока что. Пока что без видео, да, потому что мне сейчас надо альтабаться туда-сюда. Ввиду того, что у меня, ну, нет второго монитора. И мне приходится сейчас смотреть, что происходит. Сейчас, захват игры. Новая. There is no light. А еще, я в пятницу писала... There is no light. Я писала в пятницу тест английский. Потому что у нас на работе начинаются курсы английского языка. Я на них записалась. Решила сходить, знаете, подпрокачать чуть-чуть. Мы еще с ребятами решили устроить такой клуб. Клуб обсуждения фильмов на английском. И мы думали, что мы будем это делать по пятницам, когда у нас хэппи-аурсы начинаются. И вот мы будем смотреть и обсуждать в это время, когда уже можно не работать, но мы должны сидеть на работе. Но ввиду того, что у нас скоро начинаются кранчи, мы потихонечку, я думаю, накрылся Let's do English streams. Накрылся наш клуб чтений, не чтений, а обсуждений фильмов. Низкие как же, а потом опыт хождения с голым торсом не менее 10 лет и не менее 50 кубиков пресса. Нужен просто один большой пресс. Один большой кубик пресса, знаете? Hell yeah! Hell yeah! I'm kinda shy, you know, to speak English all of a sudden. To switch to English. И вот это вот все. Вообще, на самом деле, надо чуть больше окружить себя английским контентом. Ну что, он у меня капельку просел. Но надо начать снова слушать, смотреть, читать всякое. Это ж про меня. Ты у меня самый любимый... Ой, кубик, самый кубик. Кубиковый кубик вообще из кубиковых кубиков. Просто. Обсуждение Green Elephant мне в жопу. Мы, кстати, сначала договорились на Клауса. Помните, да, мультик этот про Новый год? Тот же решил Wallpaper Engine поставить. Правда, пока знакомительную поставил, не могу найти, куда она поставилась. Свечу или найти, лол. London is the capital of Great Britain. Да-да-да-да, switch to English. Switch to English! Но! А ну-ка еще раз напиши. Одинаково прочитает или по-разному? А если один большой кубик, но такой скругленный? Нормально. Но это все еще кубик, просто слегка такой, знаешь, потисканный уже и округлившийся. Нормально. Не могу не потестить. Давай еще тест. Вика, switch to English. Switch to English. Чуть-чуть мягче она на английском произносит, по-моему. Хотя, по-моему, одинаково. Switch у нее и там был одинаковый. Вроде бы. А, кстати, Wallpaper Engine я себе тоже как-то ставила ознакомительную версию, что-то с ней тоже никак разобраться не могла. Вообще просто. Но оно такое классное. Все эти обои с дождиком просто... прекрасно. Прекраснейшее. London is the capital of Great Britain. Twitch to English. Тоже да. Лучше ударение... Ну вот там вообще разница минимальная. О, ночка выдалась та еще. Почему так темно? Здесь что, какие-то проблемы со светом? Или здесь просто нет света? Так, свет... Где грёбаный свет? Не говорите мне, что так будет темно всегда! Вот, другое дело. Дом, милый дом, как же я по тебе соскучился. Ха, вспомнил. Блондинчик, где мой блондинчик? Я не понял, кто разрешил тебе отдыхать? Вставай! Выглядишь ты, конечно, так себе. Ну ничего, сделаю себе человека. Давай вспомним, как общаются все нормальные люди. Я задаю вопрос, ты отвечаешь. Просто... Лучший из всех величайших, кого ты знаешь, если что, правильный ответ — да. Мышкой на выбранный ответ используйте та-та-та-та. Ага, все нашла. О, вот это мой ученик, хоть башка у тебя и маленькая, зато сколько мозгов. Если любишь быструю жизнь, не хочешь тратить время на разговоры, то желтая кнопка у твоих ног как раз для тебя. Нажимаю на нее, чтобы слушать, не слушайте. Это... Выбор ответов не на дипад, а на кнопке. Моя мудрость не знает границ! Пора перейти к веселью, немного размяться. Фанфурье!
А, вот он, старый весельчак Фанфурье, душа любой компании. Теперь все на месте. Начнем с малого. Фанфурье, предложи выпить нашему гостю. Блондинчик, ты, как настоящий недотрога, должен не дать себя напоить. Погнали! Ебать. Блин, прикольно, слушайте. Ловкий, трезвый, но скучный. Теперь пора научить этого наглеца хорошим манерам. Блондинчик, возьми меч, который я тебе подарил, и потыкай этого алкаша. Вот это, конечно. Галактику ставил дождика на улицах. А, у вас дождик на улице? А у нас... У нас вчера так холодно было! Знаете, было ощущение, что у тебя вот жара, а потом резко пришло предзимнее такое состояние. Холодно, ветрено, хмуро, пиздец. А я вышла еще на улицу, знаете, но я уже была в джинсах, потому что я мерзлячка, вы в курсе. Я уже в джинсах, но я вышла в футболке обычной, ну вот в такой обычной футболке. Я думала о сатанею, пока доеду до работы, пока дойду. Потому что у меня, когда я вышла из машины, меня поймала коллега, мы пошли ей сигареты купить. Мы прошли буквально полквартала. Я чуть не... Я вчера змей трогала, ребята! Блять! В игре не Frostpunk, а Steampunk. Оказалось, что прям под хатами ебашит в 500 градусов. Нормально. Нормально. Галактику ставил, дождика на улице хватает. Там еще, если потом... Блин, вот в ознакомительной версии, наверное, минус единственный в том, что нельзя пойти в сам Steam и посмотреть в воркшопе все вот эти вот обои, которые ребята делают. Потому что там столько всякого можно понаходить тоже. Но, в принципе, и стандартные прикольные. Месяц как? Пробную топку сделаем. Ой, блин. Ветрено. Со стройки пенопласт сдувает около работы. Нихера себе. Прям пипец. Реально был прям вот, знаете, неожиданно. Ветер, холод, мряка, хмряк. Пипец. Сегодня вроде нормально. Но мне ко мне вот приезжал курьер, он был очень укутанный. Очень тепло закутан, одет. Во-первых, а вчера я трогала змей, потому что у нас открылась новая кафешка. Кафешка очень громкое название для нее, знаете, это просто вот местяк, куда ты можешь прийти, тебе расскажут про этих животных, про этих рептилий всех, дадут их потрогать. И я потрогала змей, питончиков, удавчиков, маленьких 2,5 месяца, размером в 2 метра змейку. Всяких этих ящериц, маленького варанчика, агаму бородатую, хамелеонов. Там пауки у них, всякие вот эти, знаете, палочники, которые, ну, как, блядь, насекомые вот эти вот, которые так, палка-палка, человечек, называется кузнечик. И у них там везде были раскиданы вот это вот, паук только-только полинял, они шкурку оставили его, костюмчик его. Все змеиные шкурки... Я, блядь, просто... Я теперь хочу, конечно, змею, и я теперь хочу бородатую агаму, потому что бородатая агама, она такая социализированная, она просто, она к тебе лезет, тебе на ручки садится, такая вся... Ой. Ой. Я пауков не люблю, я боюсь их, когда они возникают неожиданно передо мной. Я уже, я раньше, у меня прям была такая арахнофобия жуткая, сейчас полегче, на самом деле. И я... мне очень нравятся пауки. Но я боюсь, когда они появляются неожиданно, потому что они очень быстрые, очень шустрые. Это стрёмно. Пиздец. А если сдувает лишь пенопласт, бетонная плита, то ведь ветерок такой, знаешь, бриз легкий. Думаю, купить Steam лицо. Купи, она прям... Во-первых, ты будешь знать, где она стоит всегда. Во-вторых, купи лицензию, оно реально прикольно. Реально прикольно, плюс можно из воркшопа себе всякое там подтыривать потихоньку. Оно прям реально круто. Змеи на ощупь классные. Они такие, они вроде гладкие, скользкие, холодные, при этом максимально мощные. Ты чувствуешь это тело, и при этом она мягонькая местами. И ты такой просто... Я стояла, и вот эта змея, и я стояла, ее кожу вот так вот делала, знаете, потому что она просто у тебя такая... Прям... Что вообще? Господи. Опа! Ну что ж... Опа! Опа, нихуя! Вот, простите. Поздравляем ГГ
Следующий стрим, давайте мы на следующую субботу ебанем. Я подготовлюсь, возьму себе бухла. Знаете, вот это вот все, ну как бы, а то на свежую-то, на трезвую. Куда так? Я подготовлюсь, возьму бухла, и мы пойдем пиздячить, пока у меня голос не сядет. Нужна команда... Блять, если запишу, я наставлю туда всякого вот этого говна танцевального. Подожди. Погоди, отец, погоди. Вот так вот сделаем. Все, нормас. Я записала, сделаю. Рюмку? Конечно! Ты шокань! Закажете, буду. У меня есть мой список песен, но мы-то и ваши петь будем. Кафе со змеями. Змея... Не-не-не, не змея социализ... Ну, змеи вообще очень странные были, потому что они садились мне на руки и такие, знаешь... Ну ты нас поддержи, а мы тут живем теперь. Социализированная агама — это ящерица. Они такие... Бородатая агама, загугли. Это ящерка. Кафе со змеями. Ну там оно такое, это больше, больше типа рептилоидное. И, ну, можешь кофеечек попросить, чтобы тебе сделали. То есть это не кафе-кафе. Это вот как... Кофейня с котиками, только от кофейни еще меньше названия. А с котиками, кстати, у нас кофейню закрыли, потому что нас там так к котикам хуёво относились на самом деле. Просто жопа, так что даже чуть-чуть рада, что закрыли эту кофейню. Не успел затестить, я такая, куда она ставится? Я не знаю, кстати, а там где-то в поиске нельзя найти и это, запустить ее. Да, я тоже, мне так змеи нравится, пипец. Ой, вчера взял, что мне с этим делать? Оставляй. Можно взять еще, но ты прибереги что-нибудь. Заготовь оливье пиздеть, пока не упадешь туда лицо. Вот как вариант тоже, кстати. Для змей, когда холодно, хумана типа грелок в своем роде. С какого бы конца начать это жрать? Там была еще змея, которой дали крысу. Там одна из змей питается типа только живыми крысами. И эту крысу ей запустили. И эта крыса теперь просто бегает по террариуму. А змея вообще на игноре полном. Видимо, она сытая уже. Там еще геккончики были. Я успел увидеть, как этих геккончиков кормят. Ой, такое классное, конечно. Гений, запомни слова мудрого дяди Самеди. Каждый мальчик может тыкать, но не каждый мужчина может махать. Так вот, в списке не нах... Блин, я не знаю. Я обычно, знаешь, что делаю? Покажи мне, на что ты способен. Покажи красоту. Покажи мне комбо. Комбо-вомбо. Я обычно, знаешь, что делала, если не могла... Я, короче, удаляла нахуй. Ставила заново. Или начинала ставить заново, смотрела предложенный путь. И просто там искала. Самеди, по-моему. Самеди. Блин, змею хочу ужас. Там еще была маленькая ферма муравьев. Пиздец, ребята. И что я говорила, не знаю, куда 50к потратить на ферму муравьев. Хотя мне, я бы вот серьезно, я пошла купила себе эту ящерицу, но так страшно. Надо сначала почитать, как ухаживать за ними правильно. Надо придумать. Давайте придумаем следующий сбор. На чем мы хотим собирать? На что? Выкормыши сами не ловят живых. Те же совы, например, предпочитают живых мышей или перепелок, типа со многими. То же самое с соколами. Что кошки ее все же? Ну нет! Выкормыши. Там еще ребята уточняли, что, мол, ну, у них все животные... Эту игру уже посмотрели, ты смотри на него сейчас. Что вообще происходит? Я о том, что еще не видел, на что способен мой ученик. Хочешь посмотреть? Нет? Конечно, хочешь. Блондинчик, мы его теряем, нам нужен шоковый разряд. Старкрафт поставился. Сейчас мы чуть-чуть поиграем. Я просто пишу много, я так соскучилась. Поэтому я много пизжу, потому что я соскучилась. Я что, могу умереть? Если накажешь пацана, то тебя ждет что-то похоже смерти. Ну и пацану я разрешаю влепить тебе в ответ.
Блондинчик, мама не учила, что неприлично перебивать стати других. Фанфурье уже в возрасте, нельзя так относиться к старшим. Прояви уважение и возьми меч побольше, чтоб наверняка проломить ему череп! С котами сложно, особенно со взрослыми, лучше не рискуй. Мы тоже, Вик, мы тоже. Я просто пиздец, блин! Я сегодня уже сидела и это, и думала, бля, ну вот это вот, понимаете... В будни не стримишь, соскучиваешься. Короче, штуки делать не успеваешь, потому что делать штуки для стримов занимает время, а ты выбираешь либо штуки поделать и никого не увидеть, либо пойти всех удивить, но без штук. Короче, пизда-дрозда, ребята, я вам передать не могу. Есть вероятность, что она кошек, но сомнительно. Это да, это да. Поэтому я просто буду хотеть. Я же должна мечтать о чем-то. О новом компе я уже мечтать не могу, потому что я на него собираю. Буду мечтать о змее. Кого? Неудобно, конечно. Оп. Я ебала. Накопите ярость, выбрав одноручный меч. Используйте способность Мендасиум на фанфурье для переключения оружия. Одноручный меч. Так, это было оно? А, все, я поняла, что происходит. Это можно сделать вот так вот. Все. Помню проблемы с мечтанием о микрофоне. Проблема с мечтанием... Бля, бля! А реально же были проблемы с мечтанием о микрофоне. А какие были проблемы с мечтанием о микрофоне? Я помню, что они были, но не помню, какие. Ага. Прикольно. Поймай моего ученика, блондинчик, надевай перчатки, время полетать. Охуеть. Что не о чем больше мечтать, когда... А, не о чем больше мечтать, когда он у меня появится. Там были, по-моему, другие еще проблемы с мечтанием. Что зачем мне он нужен, в принципе, я лучше оставлю его мечтой, и что если я исполню эту мечту, то... Но вообще, на самом деле, мечту исполнил не я. Авиа-яй-яй. На минутку. Что и мечтать мне будет не о чем. Ой, беда. Дура была. Что сказать? Ничего, это я могу. Это у меня, знаете, у меня прыгает туда-сюда, туда-сюда. Я могу скоро решить, что мне и мечтать не надо ничего. Так, погодите. Палочка помотылять. Не надо мечту трогать. Ну вот примерно по такому принципу я и вот это вот, знаете, и... Сейчас, погодите, момент. Сек. А куда я пошла, если у меня... Не, правильно, сейчас. Ну, там у меня есть кошка, которая... Я вам не смогу ее показать, потому что она у меня лежит снизу, а мне надо переключаться, наверное, я смогу показать. Значит, не мечтать о чем-нибудь. Слушай, о несбыточном я уже мечтаю. Тут уже можно вот это вот, знаешь. О чем разговор? О мечтах. Я-то рассказывала, что я ходила трогать змей и ящериц, что теперь я хочу ящерицу, но с кошками ящерицу себе опасно заводить, поэтому про ящерицу я буду мечтать. И мы вспомнили, как я мечтала про микрофон, не хотела его покупать, потому что о чем мне тогда мечтать придется. И о жигулях в идеальном состоянии. Именно, слушайте, а игра мне уже нравится. Накопить ярость, используйте способность перчаток фанфурье. Ох ты ж, ебать, тут перчатки. Ритовичка, а мечтаешь, что ты обоссышка? Это несбыточная мечта? Слушай, ну мне кажется, что штаб Асечки, она чуть более сбыточная, чем... Чем? Потому что, ну... Ну, как бы... Хотя, блин, до твоего города пердолить.
Вот эти отношения на расстоянии, конечно. Беги, он болен, несет чушь. Ага. Грандиозный финал, схватка двух титанов. Слабейший из сильнейших. Фан Фурье против моей гордости. Воспитанника великой школы великого Самеди Блондинчика. Кто же, кто станет победителем, узнаем после рекламной паузы. Шучу. Просто убейте друг друга. Не в ту сторону. Бе-бе-бе, проиграл, так прими поражение как мужик. Как тебе, Фанфурье, мы дружим столько лет, практически не разлей вода, лучшие друзья. Но ты значишь больше для меня, гораздо больше. Кажется, снова плачу, ведь настало время расставания. Ты, взрослый, можешь лететь из родительского гнезда. Я буду звонить тебе, а ты забери трубку, хорошо? А теперь пшел вон отсюда! Парящие белые бабочки указывают на интерактивные объекты. Когда подойдете к таким объектам, тра-та-та-тра-та-та-тра-та. Слушайте, мне уже нравится игра. Я все еще осечка. Ты все еще осечка, да. Несбыточная. Вот такая. Асечка, ты хочешь сказать, что ты моя несбыточная мечта, что ты мне откажешь? Сейчас обучение закончится, ты дальше заговоришь. Мечта Вики об осечке более сбыточная, чем, например, мечта Зима 3080. Ау! Ладно, нормас. Без разницы, я уже забыла. Я уже забыла, ребята. Блондинчик, ты меня слышишь? Эта штука работает? Чертовы бабочки вечно ломаются. О, ты очнулся, просто супер, значит, связь. Я люблю просто таких персонажей, немножечко с юморочком. На правильном пути. Дорога к новому восходу идет через тоннели. Оттуда попадем в архив первых, но не думай, что все будет так просто. Тварь, что сторожит проход, довольно опасно, хотя видала и лучшие дни. Надеюсь, ты готов повеселиться. Так, ну это... Ага, это управление. Не понял? Пропающие души до сих пор не могу привыкнуть, даже спустя столько лет. Жалеешь их? Нет, конечно, нет. Просто они каждый раз так жалобно скулят. Великая Длань оберегает нас, она знает, как лучше. Не дай этим отребиям сломить твой дух, брат. Мы слушаем на благо всем. Эй, а ты что там стоишь? Подслушивать вздумал? Мы оберегаем жителей центральной станции и служим во имя Великой Длани. Не питай жалости к тем, кто живет здесь, ибо лишь Длани ведомы пути ко всемирному счастью. Понятно. Наркоманы. Никакого отказа, просто мы же вот... Вот это вот, ты там. Я понимаю. Началось метро, на самом деле, да. Я понимаю, что я тут, ты там. Так, хорошо, вы свои. Но мы можем попробовать на расстоянии, а потом глядишь, куда нас жизнь заведет. Ты не похож на отребье, которое обитает. Советую развернуться, дальше лежат земли, запрещенные для посещения. Что мы тут делаем? Не даем мусору выбраться с помойки, конечно же. А мне даже противно о них говорить. Это паразиты, которые одним своим существованием оскверняют людской род. Они только и делают, что требуют, ничего не могут дать взамен. Только вдумайся, сколько людей живет на одной только центральной станции и трудится во благо человечества. Всем нужна пища, кровь, а эти чипенцы ничего не могут, только потребляют, как паразиты. Если такие люди будут жить среди нас, мы можем лишиться любви и внимания Длани. Так, тут началось что-то, у них какой-то этот... Экстерминейт начался. В смысле можем, а сейчас у нас что? В смысле? Уедете тоже в Литву? Мы поедем с тобой в Литву вместе тоже, да. Укажи нам путь! Мы тоже поедем, будь готов, рыжий. Я следил за сменой караула. Завтра мы наконец сбежим отсюда. Слушайте, а здесь теперь начался этот... Где там рыжий у нас был? Пенумбра. Рябой, тупая ты скотина. Если к завтрашнему дню ты не вернешь долг, мы сломаем тебе ноги. Надо было тебе ноги и бросим тебя на милость корпусу солнца. Ой. Ну, попиздец, старый нимбус. Пизда мне, да? Хотите сказать? Ваш вид не перестает меня удивлять. Вы способны плевать на сострадание, совершать ужасные поступки, но в то же время выставлять себя героями. Я просто обожаю ваше лицемерие. Он про людей, типа. Холодно. Эй, у тебя есть воск? Хотя бы чуть-чуть. Этот холод, он никак не уходит. Кажется, мое время пришло. Мне прикольно. Пенумбра. А что в Литве делать? Мы с тобой соберемся и сделаем свой инмост. Вот.
такая же я устала изо дня в день бороться за свое реально метро. Оборачиваться каждое мгновение, надеяться, что вдалеке не увижу корпус солнца. Сначала я жил на Нимбусе, но потом церковь начала чистить его. Мне пришлось бежать сюда. Я просто хочу жить со спокойной душой и не бояться ничего. Не бояться, что за мной придут. Разве это много? Спасибо. О, здесь... О, видали? В наше время сложно встретить человека, который будет слушать. Особенно таких, как мы. Видали? Тут есть еще переход в злую, добрую сторону. Говорят, что в шалаше рай. Тут сразу вопрос, а что в Литве делать? Это 5 баллов просто. Нет, тут... Но он же в другую сторону сравнивал. Эти звери, они не щадят даже женщин-детей. Мы сидим тут как в клетке. Я всю жизнь прожила в центре. Верила в длань. Это моя награда, обещанное спасение моей души. Они обманули меня, бросили сюда из-за того, что я больше не могу работать. Неужели справедливо так поступать со мной? Тогда что все это значит? Моя награда за веру в длань? То, что я заслужила? Как же я хочу вернуть все назад. Можно добреньким быть. Уйти с центральной станции молодой, найти свое место в это место в загнивающем мире. Так, где давать в пиздючку? Эбучку. Они лишили меня всего. Больше ничего не осталось. У тебя мудрые глаза. Скажи мне. Может просто уйти в депо? Не знаю, что там. Но вглубь депо уходят те, кто совсем потерял надежду. Они никогда не возвращаются. Может натыкаются на монстров или этих огромных пауков. Как бы то ни было, здесь все знают. Если хочешь совсем покончить, то тебе нужно идти в депо. Так что скажешь? Стоит уйти? Иди. Думаешь? Действительно, жизнь потеряла всякий смысл. Будет проще просто ее закончить. Уопс! Парень, я передумала, сорян. О, непривычно видеть молодых сильных. Обычно все, кто сюда попадают, потеряли надежду на лучшее будущее. Но в твоих глазах я вижу огонь, хотя может это огонь от бочки. Как я тут оказался? Меня выкинули совсем недавно, как и всех здесь. Ведь я знал, что будет, не хотел никуда бежать. И знаете, молодой человек, я рад, что попал сюда. Хоть этих людей ничего нет, они приняли меня как родного. Здесь меня понимают. И даже думают, что это единственное место, я даже думаю, где не забыли, что такое сочувствие. Прошу, когда будешь общаться с этими людьми, не дави на них. Им и так тяжело. Где мой... Я еще... Если вы не заметили, кстати, может быть, вы заметили, я еще сняла свои тоннели. Видите, да? Тоннельки. Бля, спасибо большое. От души с душой в душу. Спасибо большое, Менталь. Спасибо тебе огромное за ресап. 15 месяцев. Подписка триггернулась. Прям благодарочка. Оно триггерится на самом деле очень странно. Очень странно, потому что где-то ты там, ты ее вроде продлил, а она триггернулась только через неделю-две и всякое такое. Я хотела, подождите, себе этот невидимку заколоть. У меня же такие длинные волосы, уже закалывать приходится, понимаете? А в шалаше был Ленин. Будь злобненьким. В Литве, отличие от шалаша, есть цепель. Подожди, в смысле? А что они там есть? В Литве должно... Асечка, как тебе Литва? Подождите, это я не играю. Это я смотрю в ОБС. Отриньте длань. Возведите свой взор к небесам, которых вас лишили. Вступайте в... Так, ну чё, попердолили? Никак я там не была. Хорошо, а куда ты хочешь переехать? Давай мы переедем с тобой в другое место. Он сейчас в шалаше мраморном. Он все там же, да? Что тебе надо? Пришел полюбоваться на уродов? Не делай вид, что ты не знаешь. Ты что, прожил всю жизнь вдали от центральной станции? Никогда не думал, что увижу жителя фронтира вживую. Думал, большинство из вас становятся убийцами-мародерами. Даже ходят слухи, что вы едите других людей, чтобы выжить. По крайней мере, это то, что говорит нам церковь. Но после того, что она сделала с нами... Не верю ни одному слову отца. Люди на централке не хотят жить с нами. Да, мы не можем работать наравне со всеми. Разве это повод избавляться от нас? Разве это дает им право относиться к нам как к мусору? Они просто выбрасывают нас здесь, пресекая все шансы добраться до маяка надежды. Маяк надежды? Место, где такие, как мы, могут жить в мире и покое. Мессия принимает любого, избавляет его от боли и страданий. Убивает, что ли? Но для нас, живущих здесь людей, уже все кончено. Мы не можем пробиться через... Я уже устала читать, понимаете? Ложь! Гранитном! В гранитном или в мраморном? Кто прав? В Томск переезжайте! Не-не-не, слушай! Мы все берем и переезжаем в другой город! Заперты между двух огней. Какой бы путь ни выбрали, все равно будем в... Ой, смотрите, какая хуйня.
Вот эта вот штука с глазами напоминает мне Blasphemous почему-то, не знаю почему. Так, испугались, обосрался. Все там же, очередь до сих пор есть. Если станет, уйдет. Это было в Симпсонах, значит, это однажды случится. Меня отсюда заберите! Как начнем переезжать, мы обязательно дадим знать всем. Чтоб мы могли все вместе, знаете, ёбнуть куда-нибудь. Такой сильный, я с рождения такой. Всю жизнь провел здесь, но когда я вырасту, я обязательно схожу на центральную станцию и посмотрю, как там живут. Хоть у меня нет ног, зато есть сильные руки. Дядь, скажи, я могу стать таким же сильным, как ты? Ура! Может, даже стану сильнее тебя! Конечно, станешь. Еще. Ой, жопа, конечно. Блин, тут все это разрушать можно. Установить... Да, надо, походу, установить Сиба. Асечка, слышишь, что предлагают? Ну, ладно, я буду молодой мамашей. А Викулита куда с сыном Сибом? Блять, я нашла, как лутать в этой игре, понимаешь? Why? А тут реально лут есть? О, интересно. Или это так, наёбка для уёбка. Прошу уволить меня 12 января 2000-го... Слушайте, ну 2 недели, все правильно, все законно. Предупредил за 2 недельки. А можно сдвинуть? Нельзя. Так, понятно. А я буду молодой папаша. Я буду молодая мамаша номер 2. Мне не нравятся вот эти паутинки! В норме согласен. Вообще тут есть лут и прокачка. Хитрый план, чтобы потом с твоим компом в 3080 играть, скажи, что компьютер... Так, Сип, компьютер для учебы. Тебе для учебы такой сильный компьютер нужен? Что ты собираешься за таким компьютером? Для чего тебе компьютер? С ремонтом, помню, что надо рушить мебель. Да-да-да, кстати. Мы сейчас... Так, тут сейчас будет звезда. Так, погодите, я все вижу. Я вижу, где мне пиздец сейчас придет. А-а-а! В смысле? Это сейф! Это прокачка! Навык, набор навыков для изучения. Серый, его можно выучить. Закрыто означает, что недоступно. Отображено количество эссенции смерти. Сколько у вас сейчас? Нужно убивать врагов или находить специальные сосуды, которые разбросаны по миру. А когда она откроется? Игра эта. В смысле, релизница. На этом все, удачи. По благодарности вообще, слушайте. По благодарочке. 2 ядра, 2 гига, простите, 20 гигов. Я готов что-нибудь учить, купите комп 3080. Прокачка, да. Вика этого не знала, а все равно... Да я просто думала, что это прокнуть, типа, босса. Я ж что, я ж человек простой. Вижу рот, лезу в рот. Отлично, из Сиба получится отличный сын, в памперс не срёт. Горшку приучен. Научить самому готовить еду должно быть относительно несложно. А, не, это демка. Она вроде не вышла. Еще. О, простые блюда умеет, отлично. Стирать умеет, я тоже уверена. Коляска не, но все идеально. Даже некоторые не просто. О, вот это. Что-то не поняла. Что ты сказал тому ребенку? Он сможет стать таким же сильным, как ты? Это серьезно? Роль мессии уже заняли, извини. Для тебя остался только плохой парень. Тот без ноги. Он просто слабак.
Я встречала сотни таких, тысячи. Сколько их не подбадривай, все равно будут на тебя жаловаться. На твоем месте я просто плюнула в лицо. Такие люди, как Шум, который мешает мне работать. Но в последнее время стало легче, так что ладно, пусть живут. Когда ты говорил с бородатым, я даже не слушала, о чем вы говорили, я просто смотрел на эту штуку и, кажется, захотел такую же. Лучше, что люди когда-либо создавали. Мы обязаны найти этот восхитительный предмет. А если не найдем, то у меня плохие новости для этого старика. А что за штука? Во, киберхиппи, привет. Вика котов, почти, почти, я почти выдрессировала котов. А он паучара ссатый. Кто здесь? Человек? Не стоит ходить, не-не-не, точно не стоит. Они приближаются, слышу, в паутине. Поверь, до тебя доберутся, вот-вот увидишь. Стапают как муха, закуют в паутину, а потом полакомятся твоей плотью. Прости, где мои манеры, нельзя так встречать гостя. Не-не-не-нельзя. Знаешь, когда-то я кормил людей на центральной станции, они каждый день приходили ко мне за воском. Мой дед как-то рассказывал, что раньше на поверхности люди приходили в особые места, кажется, они назывались рестораны. Людей встречали в атмосфере уюта, они ели, болтали ни о чем. Я мечтал когда-нибудь открыть такой ресторан, но потом... А потом я стал слишком старым, больше не мог работать, поэтому меня выгнали со станции. Теперь я здесь. Иронично, всю жизнь я кормил людей, теперь сам стану кормом. Ступай, пока они не пришли за тобой. Да нормально все, бой начал! Оба, оба, очко. Пст! Пст, парни, пст. Не пстыкается. Так. Отспуститься, я хочу наверх. А, наверх нельзя? Лол. Интересно. И менталь так расхваливает, будто Сип у него живет. На стриме про суперседюсеру так не ржал, как сейчас. Спасибо всем! Опачки. Тихо. Тихо! Нормас, видали, что умеем? Да я тебя покрякаю сейчас. Крякает он. Клякнула зря. Опачки. Ха-ха-ха. Так, подождите, я что-то так шибанула в перде. Очень быстро, очень резво, очень скоро, очень умело. А мне надо ж, ну, немножко взад, как бы оформиться. Коть, что ты делаешь? Так, а туда нельзя, а как? Опачки! Смотри, что умею. Так, все, второе очко. Кошка пришла. Рогалик по Лавкрафту, похоже, не помню, точка называется, вроде Untold. Да-да-да. Что-то там Lovecraft, Untold Story, что-то в этом духе. Не мостик, а мечта трипов. Да тут посмотри на этот ад. Это ж... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Это ж просто, что происходит. Так, ну это мы забрали херню. Поехали, надо все собрать. Слушайте, ну прикольная игра. Я прям... Только мне теперь надо как-то забраться в другую сторону, если честно. Тут есть проход, тут есть проход. Надо как-то будет наверх потом подняться. Этим. Здесь ничего нет, потому что вон там хернюшка, видите? Не гуглите, что такое трипофобия, кластер... Блин, я знаю, что такое трипофобия. Я не боюсь этих вещей. Напомните, да, мы как-то обсуждали, когда мы в...
Они в Inside играли? Или мы в Inside? Да, мы в Inside играли. И мы обсуждали, что я в последнее время обратила внимание, что мне очень не по себе становится от глубины. Вот. А трипофобия, я знаю, что это, конечно, максимально такое себе, мягко говоря. Максимально... Что это? Я взяла паучка. Максимально такое себе. А, на всякий случай, потому что там, может, кто-то, да, не в курсе, что такое трипофобия. Но можно загуглить какую-нибудь новую фобию, знаете, и поиметь себе что-нибудь новенькое. Всегда хорошо узнавать какие-то новые вещи, осваивать новые умения, скажем, тоже. Чё, мужики? Скачем? Так, блядь. Оце було, конечно, то бодро. Фикуля! На поорать собрали, да. Привет, химерка! Вика отказалась от меня. Вот ты посмотри на него, а? Что делает? Обманывая собрать! Ну, хотя бы признался сразу. Да что, а что ты не бьешь эту херню? Вот так вот. Так, по... Так, погодите, я уверен, что тут есть еще что-то. Собачка Найт подчеркивает, ничем мэр Вик грозится перед тем, следующие выходные все пьяные. Говорите, я вру и обманываю? Когда приземлился подбородком в асфальт, увидел, как выглядит моя челюсть. Это выглядело не так жутко. Приземлился подбородком в асфальт? Я грожусь, да, прийти вся пьяная. Вся пьяная, но исключительно в благих целях, если честно. Давайте уточним, что это исключительно благие цели. Так, а это я здесь как могу? Подождите, там же как-то можно пойти. У меня кошечка муркает. Главное, что здесь нет этого стамины. Ой. Так, у меня хп что-то просело внезапно. Шо так, я не пойму. Вроде никто по мне не бил. На-на-на-на-на. Нормально. Я в хорошем настроении. Да! Грозится. Что грозится? Придет. У меня удивляет и радует фобия, что где-то в мире есть утка, которая следит за тобой. Сейчас найду, как называется. Анатидофобия. Чё, что я здесь не держу? Я ее держу вот здесь. Кто такой кот сладкий? Она мне позавчера. Я пошла утром ее помямякать, пожмякать. Она мне как вцепилась в нос. Я думала, еле отцепила. И в хорошем настроении, да! Бля, я так соскучилась за неделю, пиздец, ребята! Чтоб вы знали вот то. Чтоб вы вот то знали! Опа! Это что такое? Аптечку, нажав триангл. Это аптека! Опача! Хорошо, мы имеем аптеку теперь. Я случайно сменила оружие, и мне втопили по щам. Блять, у меня все оружие доступно. Ой, давайте попробуем этими зубами, когтями. Всем привет, нетротип. Когтями.
Великая длань, всевидящая, всемогущая, прошу, защити твоего верного послушника от всех бед, невзгод, что встретится на пути, позволь ему нести твой свет. Мне кажется, его нагребали. Ну, в смысле, наебали. Алалала. Алалейло. Молалалу. Сейчас выползут, суки. Так, а что по босс-файтам здесь у нас? Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Прокачечка, ребята, 4. Прокачечка. Почти 5. Зубами в руку цепляется еще сила, иногда так больненько. У меня есть, я не знаю, вы сейчас увидите вот здесь. Он уже сошло немножко. Вот тут царапина. Видно, не видно, не знаю. Они были прям, это вот им 2 дня уже, но они по свежаку были прям, знаете, такие кровавые, опухшие. Зубами было бы интереть, блять, за что? Там же глаз рядом. Ты за что меня так не любишь? Ты чего такой? Так, подождите, рано. Сюда рано. Там вон прокачка нам нужна будет немножко. Так, сюда мы здесь были. Так, а как мне? Никак, видимо. Так, всосались. Запишем, предпочитаешь когти, да, ло. Каждый удар приносит больше ярости. Уничтожает все вражеские отряды. А, снаряды вражеские уничтожает. Подливает положительный эффект от ускорения. Каждый удар приносит меньше ярости. Нахера бы. Ой, звук какой неприятный. Ярость уменьшается медленнее. Нажмите кнопку способности, чтобы подскочить в другую сторону. Все, поехали. Будем по ярости как бы тут это, того, шибать. Мой дорогой Марк, я пишу тебе с тяжелым сердцем и тревогой. Я знала, что твои увлечения не обернутся ничем хорошим, но я, как твоя мать, конечно, надеялась на лучшее. Солдат Корпуса Солнца видел тебя вместе с этим мальчишкой. Если они увидят тебя снова, то неизбежно казнят. Боюсь, мы больше никогда не увидимся. И я умоляю тебя бежать как можно дальше от центральной станции, молить длань о прощении. Надеюсь, что с тобой все будет хорошо. Вечно твоя мама. Бедная, бедная мама. Так, сейчас тут будет жопа. У меня немножко садится... Понравилась шутечка про рекламу корма. Мне не важен секрет энергии кота Бориса. Я бы скупил весь корм, который продадут с посылом. Почему кот Борис завалил ебало небеса? Я бы тоже вторую неделю. Слушай, это что такое? Такое реальное? Так, оба! Хоба! Хоба! Я села! Присела! Хоба! Серьезно, надо думать, что на что, чем раньше начнем отпуска. Отпуска нет, ребята, давайте думать. На что поставить сбор еще? Стоять. Нормас. Паучья игрушка. Чувак, тебе помочь? Что мы хотим крупное? Хотим что-то крупное собирать. Ну, кроме Kingdom Hearts. Я не готов. Вот это босс файт. Ой, ебать. Понял, принял. В смысле?
Бля, что-то я, конечно, пережадничал. Пусто без полоски доната. Родной стало, пустачок по... Да, пустачок по пустоте бегает. Только ты, ты только мой и точка. А, ну взрывается это говно, я поняла. В отпуске, пока была, не каждый раз получалось заходить, например, так ни разу не включила My Summer Car. Нет. Я его так и не включила. Ау! Да тихо! Да я не ту кнопку нажала! Ёпта! А, все, подожди, у нас мы не собираем бублики на поорать. Погодите. Мы же больше не собираем бублики на поорать. Мне нужно этот таймер убрать. Оп. Все, никаких поорать. Мы же уже собрали на поорать. Оло. Давайте соберем бубласы. Мы не дособрали. Мы не дособрали. Закончился, а карт так и не собрали, да. Никакой заботы, да в смысле, я могу его поставить на себя, я же говорю. Себе на пузик. На носик, на куда-нибудь свое что-нибудь. Могу поставить. Легко. Так, это я открыла что-то. Слушайте, я встала и что-то открыла. Сюда не запрыгнуть, окей. Кочки трудились от комариков, тебя спасали. Ну, было бы приятно бегать по деньгам. Но надо что-то дурацкое тогда еще поставить. Либо ставить не дурацкое, а нормальное, а там уж кто как захочет своими деньгами распоряжаться. Вот это вот как вариант еще один. Потому что я не знаю, на что ставить. Либо, знаете, на что можно поставить? Тоже дурацкое.
Что произошло? Как я здесь оказался? Помню, зашел в депо, а потом пауки, они забрали меня. Боже! Не-не-не-не, они убьют меня! Знаешь, тупость — это ваша отличительная черта. Поперся в депо, где обитают какие-то неведомые твари. Его поймали. Теперь удивляется тому, что его убьют. На что он надеялся? Что пауки выйдут и скажут: «О, великий, мы тебя ждали, добро пожаловать в нашу обитель». Главное, чтобы ваша тупость была не заразна, а то вдруг ты станешь таким же тупым. Не хочу даже думать об этом. Можно, конечно, из дурацких идей собирать деньги, знаете, на это. На все игры в Стиме. Вот сучара пуляет в меня. А! Упала! Так, там опять куколку можно будет ёбнуть. Ну, погодите минутку. Стопэ. Как мне туда попасть? Убила. Либо. Да. Обогнать и перегнать к Сардосу, да. На всю нефть на планете. Раскупим всю нефть. Не, ну вся нефть как-то не сходится со мной. Игры сходятся. 40 миллионов рублей. Боюсь, что не очень скоро мы соберем. Мы доберемся до 1%. А как приятно видеть, как циферки меняются. Хотя если каждый скинется по 2 миллиона. Сука. Если каждый скинется по 2 миллиона, это, конечно, ну, уже шо будет, уже шо го-го, ну. Так, а чё мы, а чё он, а всё, есть, делает. Взрывайся, стерва. Так, хилка. Вижу хилку. О, вижу чувака поболтать. Как устал. Нет сил бороться. Почему я до сих пор жив? Почему просто не убьют меня? Скупить всю нефть уже на нефть. Да, в принципе, там на нефть можно будет все в мире скупить, знаешь. Не только игры, мне кажется. Там можно и 3080 уже будет купить. Даже 3090 в целом. В целом, в принципе, все что угодно. А! Упали. Вы можете использовать... Ау. Тихо. Тихо! Бля, какая бодрая игра, господи.
А чё там? Еще одна паучья игрушка. Интересно, для чего они нужны? Что ты там пуляешь в меня? Я еще не пришла, а ты уже пуляешь, стерва. Не понял. А так надо? Чтобы это... Звуки пауков из... Да-да-да-да. Есть такое. Объявляю благотворительную акцию. Если мне скинут 4 миллиона, 2 домики безвозмездно, нормально. Даже на PS5 хватит. Ну. Тут это, ребята, тут такое дело. Меня это... У меня экран не двигается. Мы поиграли, я подозреваю, да? Я подозреваю, что мы поиграли. Сколько стоит 3080? Всю нефть. Демо-версия Крылиза поправят. Эх! Блин, может умереть? И меня резнет там где-нибудь. Лапочка красивая. А, отсюда опять! Вон. Так, ну там штучку не забрали, да? Не, не забрали. Прям туда опасно идти, я вам скажу. Хиляйся. Нище! Привет! Игра намекает, что пора... Сейчас пойдем. Мне так нравится просто. Люблю такое говно. Привет, чё как? Как ты, днище? Да что ж такое? Похиляться, не похиляться. Да в жопу, короче! Пошлите в StarCraft! Бля, ну классно. А как? Я ж себе не добавлю ее в избранное. Что делать? Я ж себе не добавлю ее в избранное. Что делать? Как быть? Скажите мне. Можно записать в блокнот? Думаешь?